УТЗ-952. Трактор Затор. Купили новые гидроцилиндры, установили. Друзья, всем привет! Вы на канале Технопарк. Меня зовут Александр. Сегодня у нас видео про заготовку сочных кормов. В общем, здесь у нас в поле растет овес. Скашивают его, измельчают с помощью агрегата РУС-2 трактор МТЗ-952.3 ГАЗ-3307 на транспортировке. Абсолютно новый трактор. Первый сезон работает. В общем, здесь в поле два трактора работают. Один 952. Потом чешский трактор Затор. На него мы тоже посмотрим. И поедем на Трамбовск уже, где курган делают. МТЗ-952.3 установлен двигатель ММЗ-Д245 на 95 лошадиных сил. А вообще издалека этот протрактор очень сильно похож на 1523. Это вот неопытному трактористу, можно сказать, даже не трактористу. Лично для меня издалека я подумал 1523. На самом деле это не так. Ну, кто работал на этих тракторах, явно делает издалека, даже узнает свой трактор. А вообще, друзья, кто, какой трактор предпочел бы из этих двух, допустим, вот МТЗ-952 или Затор? Кстати, я про модель совсем забыл посмотреть, так вот, проехался, не посмотрел. Ну, на камере, я думаю, видно будет, там заметили, кому надо было. Нормально так он струей там кидает. Быстро плавные развороты сделали, довольно-таки быстро разворачиваются, продолжая дальше. А, пылище летит. Здесь на соседнем участке растет пшеница. Специально, говорит, сеяли для сенажа. То есть на заготовку сенажа она сейчас идет. Измельчает его также РУС-2. Но трактор интересный. В наших краях вообще я первый раз вижу такой трактор. В интернете информация. О, как дымит. Наверное, уже там воздухан забился. Хотя не факт. В общем, трактор Затор. В интернете, в ютубе информации про него полно. Модель сейчас пока точно не знаю, сейчас подъедет, посмотрим. Вообще, я первый раз вижу и первый раз слышу про такой трактор Затор. Чешский, вроде как сказали. Так, на транспортировке тоже редкий случай, когда такое можно увидеть, особенно у нас в моих видео. Кировец, Кирюша, К4, или по-другому К424. А прицеп, кстати, вот знакомый. У нас в хозяйстве трактор 1221 тоже его транспортируют. Это трактор ТО-150 старый,
два ПТС-12, по-моему, если я не ошибаюсь. Он был разделенный на две части, его соединили как бы, и вот получился один большой прицеп. Два красных трактора, довольно-таки красиво, ярко, сочно выглядит на фоне поля. Синхронно, параллельно разворачиваются красиво. Да, немножко, наверное, зеленая масса не туда летит, но тем не менее эффектно, красиво и быстро. То есть без всяких лишних разворотов там получилось. Вот он едет, красавец. Сейчас тут подъем будет. Ну, уклон где-то градусов, я думаю, 20-25. В принципе, не такой уж серьезный, но тем не менее. Охота посмотреть, как кировец заедет. Я вообще люблю трактора кировец. Прям фанатею от них. От звука ихнего. Прям начиная с первых тракторов, К-700-ых. И до нынешних. Все-таки классные трактора. Мягко, так плавно едет, аккуратно.
Хотя там дорога и вообще неровная, я вам скажу. Колеса, наверное, даже можно заметить. Я на скутере кое-как там проехал. То есть там грунтовка такая. Яма на яме. Характерный звук турбины слышно. Тут в основном даже не сам трактор качается, а как его прицеп качает этот трактор. На камеру, конечно, подъем не так передается сильно, но на самом деле там есть подъем довольно-таки хороший. И трактор туда просто залетает. Так, вот и приехал трактор Кировец К4. Больше всего интересно, конечно, посмотреть, как они реализовали открытие бортов. У нас там рычагом открывается одним, что спереди, что сзади. А здесь как открываются борта? Просто отдельные крючки спереди, да, и сзади. Вот. Хорошо то, что сделали вот эту верхнюю балку наверху, на самом верху. Потому что если она низкая, то при выгрузке может ее просто отогнуть. Часто бывало, так отгибало борта. У нас, кстати, на прицепе тоже отгибал борт верхний. Вот эту вот перемычку при выгрузке. Ну, это когда масса наравне или чуть выше этой перемычки. При выгрузке его просто сгибает дугой. Цилиндры, в принципе, там же расположены, как и было, спереди и сзади по одному цилиндру. Хорошо, отлично. По поводу кургана, смотрите, тут делают курган. Что я тут заметил? Во-первых, длина кургана метров 200, наверное, 250 в длину туда уходит. Во-вторых, она невысокая. И знаете, как они делают? Они вот такой невысокий слой уложили, утрамбовали, сразу кусок закрыли. Дальше продолжают. Уложили, утрамбовали, кусок закрыли. То есть дождь, если там или задержка будет, допустим, да, день-два, такую жару, задержка. Верхний слой, он желтеет. Зацепа не хватает, трава очень скользкая. Видно, да? КТЗ 17221 забуксовал. Ну, плюс там слой сейчас какой. Если бы он его сразу бы чуть-чуть трамбовал бы тут, то хорошо, вот заехал бы. Кстати, вилы, как правильно будет, я не знаю, вилы толкатели, наверное, будет правильно назвать эту конструкцию переднюю. Полностью самодельная абсолютно, то есть... Из того, то, что было мурское собрали, выглядит довольно-таки добротно. Люди не скупились, купили новые гидроцилиндры, установили два цилиндра. Наклон толкателя, который регулирует. А высоту регулируют одним цилиндром посередине. Ну, с одной стороны, правильно, конечно, он делает. Натолкал по максимуму, считай, и трамбуешь. То есть не надо там заезжать, затаскивать. В принципе, высота позволяет натолкать, и все. Ну, прикольные толкатели вилы получились. 100 раз крепче каких-нибудь заводских. Инсины, говорит, вилы надо было подлиннее что сделать. О, Кировец там полетел. Вся проблема тракторов К150, КТЗ 17221, ой, 220, ну я и сказал там, ладно. Вся проблема у них то, что расположение толкателя очень низко. И как вы сейчас заметили, при заезде она просто упирается с ним в курган. То есть это практически везде, на каждом тракторе так устроено.
Вот тут еще хорошо трактора, то что у них толкатели спереди. В прошлом году я, по-моему, снимал видео. Трактор до 150-й был. У него толкатель был задний расположен. Я не знаю, как там мужик терпел, как он шею там не свернул. Я вот на трамбовке, когда задним ходом сдаю, там постоянно голову поворачиваешь, шея просто там умирает. А целый день толкать еще задним ходом, это просто бомба. Кстати, трамбует тоже поперек. Курган, то есть лежит вот так, если вдоль, то трамбует поперек. Везде так заставляют делать, у нас тоже. Типа так лучше трамбуется, наверное. Ну, опять же таки, я же говорю, единственное, надоедает переключать скоростя. Был бы реверс какой-нибудь, было бы круто. А так ты 3 метра проехал, тебе надо переключиться. В общем, как-то так.